дорогие телезрители! С вами программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Сегодня мы познакомимся поближе с таким необычным видом спорта, как боулинг. Боулинг – это спортивная игра, в которой игроки пытаются сбить кегли при помощи специального шара. Побеждает тот, кто выбьет большее количество кеглей за партию. История развития боулинга начинается задолго до нашей эры. По-видимому, изначально игра была придумана в Древнем Египте. Подтверждение этому – найденные в египетских захоронениях следы предметов, внешне напоминающих кегли. По современным доказанным данным, развитие данная игра получила в Германии. В III веке жители страны сбивали каменным шаром деревянные колышки. Но тогда процесс был не развлечением, а религиозным обрядом. Считалось, что сбитые кегли символизируют избавление от грехов. Затем обряд трансформировался в игру, получив широкое распространение в Великобритании, Испании, Дании, Нидерландах и Франции. В 17 веке игра перекочевала в Америку. Именно здесь, в конце 19 века, американский конгресс боулинга установил общепринятые стандарты на оборудование, правила игры, а также провел первые соревнования. Появление боулинга в России датируется концом 20 века. Первые дорожки были построены в гостинице «Космос» и предназначались только для иностранцев. Считалось, что советским гражданам такое развлечение не нужно. Развитие игры в России началось уже после распада СССР. Людям понравилась игра, а на ее освоение ушло несколько лет. Создание Федерации спортивного боулинга и проведение первого чемпионата в России пришлись на 1997 год. Популярен этот вид спорта и в нашем городе Видное. Дать бой кеглям можно в открывшемся боулинг-центре отеля «Астра Плаза». И, по словам администратора Дмитрия, для посещения его в дни пик бронировать дорожки, так принято называть игровое поле, застеленное специальным паркетом, необходимо как минимум за целую неделю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я администратор зала боулинга Дима. Расскажите, чем привлекателен боулинг? Чем он привлекателен? Да, слушайте, просто посмотрите, здесь куча дорожек, можно покатать шары, вообще заняться любимым делом, свой лучший, единственный выходной. Вот куда можно прийти видным, если не в боулинг? Серьезно. А как много людей приходит? Постоянно полный зал. У нас брони за неделю, за две на выходные, поэтому нужно быть предусмотрительным, чтобы попасть к нам. А люди в основном приходят отдохнуть или тут устраиваются прям целые соревнования? Ну, знаете, всегда по-разному. У нас есть гости, которые приходят соревноваться друг с другом. То есть у нас есть даже гости, которые приносят свои шары, свою обувь. То есть они уже подготовлены. И есть просто дети, которые приходят с классом или, может быть, семьей. Вот. А сколько вообще важна экипировка и там правильный выбор мяча, шара? Ну, на самом деле подбор мяча, шара – это очень важно, потому что силы у всех разные, и кто-то может, например, бросить шар не очень сильно, и он даже не докатится, поэтому нужно подходить грамотно к выбору. А как вы считаете, боулинг – это спорт или все-таки больше развлечение? Для кого как, но я думаю, что это спорт. Но не для олимпийских игр определенно, но можно будет вести как-нибудь, я думаю. А какими качествами должен обладать человек, которого только начинает играть в боулинг? Должно быть желание отлично научиться катать шары. Как правильно держать шар, чтобы не травмироваться? В общем, люди берут шары по-разному. Их можно взять вот так, как-нибудь еще засунуть пальцы. Вообще некоторые берут вот так из-под ног, их кидают. Ну, это дети, у кого там не получается. Вообще правильно брать шары вот двумя пальцами средние, вот так. Можно балансировать двумя пальцами, когда бросаешь шар, то есть напряжением пальцев можно бросить левее, правее, вот, в общем, как будет удобнее. Еще в разных размерах шаров разные отверстия по ширине, по объему их. Лучше взять шар, где отверстие больше твоих пальцев, потому что в другом случае можно просто повредить руку, поэтому нужно быть аккуратнее с выбором шара. Какие часы работы и когда лучше прийти? Мы работаем в будние дни с часу дня до 11 вечера и выходные дни с 10 до 12 ночи. А за какой срок лучше бронировать дорожку? Я советую бронировать за неделю, потому что загруженность у нас, повторюсь, не маленькая. Вот, люди должны быть предусмотрительны, поэтому приходите к нам за неделю, бронируйте дорожки. Основная цель в боулинге – с помощью выбивающего шара сбить максимальное число кеглей и заработать как можно больше очков. Одна сбитая кегля приносит одно очко игроку,
У игрока есть 10 попыток, фреймов. Один фрейм – это 2 броска шара, и во время них желательно сбить все кегли. У каждого боулинг-клуба могут быть свои правила и запреты, но в целом выделяют 5 основных. Играть можно только в специальной обуви из мягкой кожи и без каблука. Обычно такую обувь выдают за стойкой, хотя профессионалы могут приобрести собственную пару. Бросок можно делать только после того, как будет поднята кеглеустановочная машина. В момент броска нельзя переступать линию заступа перед дорожкой. Необходимо крепко держать шар, чтобы он не выскользнул и не нанес травму вам или окружающим. Нельзя бросать шар вверх или швырять его на дорожку с чрезмерной силой. Это может повредить паркет. Подсчет очков тоже происходит согласно особым правилам. Страйк – это ситуация, когда все кегли сбиты с первой попытки. За него игрок получает 10 очков, а затем еще прибавляется сумма сбитых кеглей за 2 последующих броска. Еще один случай, который поможет набрать много очков – спэр. Он засчитывается, если участник сбил все 10 кеглей за 2 раза. За спэр начисляется 10 баллов и еще по баллу за каждую кеглю, выбитую при следующем броске. Если же сбито меньше 10 кеглей, то начисление очков происходит по одному за каждую отбитую в дальнейшем кеглю. Конечно, мы не могли не спросить посетителей, что для них боулинг – спорт или развлечение. Скажите, боулинг для вас – это что? Развлечение, спорт, времяпровождение, стол, напитки? Это развлечение, это напитки. Понятно. Многие говорят, что спорят, что боулинг – это все-таки где-то спорт, больше спорт, чем развлечение. Вы насколько с ними согласны? Полностью. Полностью. Спортсмен-боулер, который профессионально занимается, готовится с самого детства, уже взрослым, как бы в сознательном возрасте, начинает профессионально заниматься и зарабатывать этим деньги, поэтому да, это спорт. Понятно. Самому приходилось пропотеть как следует на дорожке? Максимально редко. Максимально редко. То есть для вас это больше удовольствия? Да, да, абсолютно верно. Скажите, пожалуйста, в вашем понимании боулинг – это все-таки спорт или больше развлечение? Скорее развлечение, лично для меня. Понятно. А соревнования по боулингу смотрели когда-нибудь, такие, где играют профессионалы экстра-класса? Смотрел ради интереса. Из всех развлечений, насколько это нравится вам больше? Сложный вопрос. Хорошо, спортивных развлечений. Спортивных развлечений нравится, как сказать, насколько. Прийти с друзьями, поиграть, провести время в хорошей компании, покидать шары. Почему нет? Ясно. Последний вопрос. Насколько вы порекомендуете это как спортивный досуг? Как спортивный досуг? Имеете в виду как профессиональный вид спорта или именно прийти поиграть? Профессиональное развлечение. Хорошее развлечение, особенно для какой-то небольшой узкой компании. Можно провести хорошее время вечером. В каждом современном боулинг-центре особый подход уделяется юным посетителям. Здесь для них и специальное меню на барной стойке, и облегченные шары. Но главное – это поднимающиеся борта по краям каждой дорожки. Они крайне важны, без них велика вероятность попадания шара в одну из боковых канав, по которой пластиковая вышибала попросту скатится, не создав и малейшей угрозы выставленным кеглям. А теперь представьте, если ребенок впервые вышел на дорожку и не сбил ни одной кегли за все 10 фреймов, то, скорее всего, он попросту расстроится и потеряет всяческий интерес к боулингу. Скажу честно, даже для взрослого новичка нанести прицельный бросок по кеглям – задача не из легких. Поэтому поднимающиеся борта для начинающих игроков являются важным атрибутом. Как мы поняли, для детей это тоже больше развлечения, нежели спортивное состязание. Боулинг для вас – это больше вид спорта или развлечения? Мне кажется, больше как развлечение. Для вас? Мне кажется, тоже, потому что нет какой-то физической нагрузки, более какая-то мышление, куда там кинуть, там бросок какой-нибудь. Вот я могу вам сказать, что я участвовал сам в соревнованиях, где человек выбил 8 страйков подряд. Вы бы хотели бы заняться им как видом спорта? Или же все-таки вы отрицаете и говорите, что это нет все-таки развлечений? В моей жизни это будет развлечение. Или могли бы так? Не знаю, для меня это личное развлечение, но никак не спорт. Для вас? Профессионально нет, скорее всего, не хотелось бы. Но так нравится. Ясно. Вот если мы сравнивать с спортивными развлечениями, на какое место вы боулинг бы поставили?
ну, спортивное развлечение, как вот, там, не знаю, просто пойти, там, кататься на лыжах, поиграть в боулинг или, например, там, спортивное развлечение. Не спорт. Ну, лучше было бы пойти кататься на лыжах, чем для спорта, чем в боулинг играть. А для развлечения лучше бы в боулинг поиграть. То есть боулинг – это чисто развлечение, не более того? Не для всех. Понятно. Это боулинг хорошая компания. Вы всегда приходите к компании играть или вы приходите играть, как-то между собой соревнуетесь? Ну, мне кажется, в боулинге соревноваться не нужно. Надо играть как бы дружно, там всем уступать, чтобы никто не обиделся. И поскольку для большинства посетителей это интересная забава, стоит упомянуть о наличии в боулинг-центре отеля «Астра Плаза» отдельных помещений для проведения праздников и торжеств в дружеской компании. Здесь, помимо игры, посетителям предложат разнообразное меню и напитки. Можно ли к вам прийти и отметить какой-нибудь праздник? Да, конечно, можно. К нам постоянно приходят отмечать разные праздники. Очень большой плюс, потому что мы находимся в большом комплексе, где есть и отличный ресторан, и хороший отель. Вот. В ресторане еда на любой вкус, поэтому приходите, не ошибетесь. Дорогие телезрители, мы постарались как можно подробнее рассказать вам об этой увлекательной игре. Безусловно, немало тех, кто считает боулинг очень даже энергозатратным видом спорта, с постоянными тренировками, соревнованиями, разъездами. Но для большинства это все-таки приятное времяпрепровождение в кругу хорошей компании. Поэтому мы рекомендуем вам как минимум несколько раз заглянуть в кегельбан и попробовать запустить шар другой. И на сегодня это все. С вами была станция «Спортивная». Будьте здоровы, занимайтесь спортом. До новых встреч!